Эпизод 6, часть 5. С плохими намерениями. Наконец-то я устранил Аль-Джамиль. Битар полностью зарядил XZ-2 и пытается убежать с ним. Но как? Его убежище в пустыне разрушено, и теперь, когда он уязвим, правительство Сирии не сможет спрятать его. И зачем им делать это, если они не хотят быть обвиненными в создании оружия массового поражения? Битар Кудренко, Кардел Эдисон, Блейк. Мое прошлое, похоже, хочет догнать меня. Теперь, наконец, Тринидад и Шен, прошлое Лиан поравнялась с ней. Физика теней – занятная вещь. Они двигаются быстрее скорости света и вызваны движениями, совершенными в прошлом. Братья, остановите его. И когда же ты наконец прекратишь посылать в бой других вместо себя? Я позволю этому устройству сражаться за меня. Blood is on your heads, так. Все, вижу. Блять, я не знаю вообще, как надо будет этого припись накрепить. Может, мы там сравняемся как-нибудь с ним в одно прекрасное время. Брат, ты должен умереть был. Может, там нужно стрелять, типа, по этим? Этого я не знаю. А, там какие-то а где-то слева упырь. Ладно, мне пока он не надо. Подожди, чё? Вот ещё, вижу упыря. Там какие-то вон эти, да ёб твою мать, какие-то баки или батареи, видите на этом, на лифте на его. Вот, гидравлический отсек это называется. Почему он не разрушается? Интересно мне знать. О, разрушается, но очень долго. Ну ладно. Блять, давай. Хорошо, что здесь патроны бесконечны, только пулемет нагревается. Один есть. Сейчас второй пошел. И походу, короче, когда мы с ним поравняемся, можно будет его немножко задамажить, да? Давай. Да не, ну это полная хуйня. Есть другой пулемет. Почему он не умирает, блядь? Я понял. Подожди, где мой этот, моя читерская фишка? Вот походу моя винтовка со взрывом, она всегда решает. Тереза, это конец. Ты имеешь в виду Битар мертв? Устройство у тебя? Что именно? Это конец. Мне нужна эвакуационная команда, я не собираюсь сдаваться, пока мы не отправим тело Битара в наш морг, и даже тогда. Конец связи. Эш Шадаха, Сирия. То, что я покинул Израиль, но с другой стороны, мне следовало доверять вашему правительству. Что моя работа изменит мир, я полагал. Положит конец бедности, я был глуп. Но я поумнел. Отпустите меня, я исчезну, спрячусь, никто никогда не создаст другое. Они найдут тебя. Половина земного шара ищет тебя, ты не сможешь прятаться вечно, Шен. Лиан пойдет со мной, помоги мне. С ней рядом, я был во многом глуп. Моя работа — это... Моя одержимость оттолкнула тебя. С этим покончено. Шен, я... Я никогда не переставала любить тебя. Шен Ксинь, идем со мной. Оставь это. Опусти оружие.
Тринидад. Пора идти домой, Шенрей. Гейб, мы не можем позволить ей забрать его. Если эта технология пойдет не в те руки, никто никого не забирает. Отпусти пушку, Тринидад. Вы были правы, для меня больше нет укрытия. Шэнг-Синь, когда мы были молоды, кое-кто назвал меня болтуном. Я хотел видеть человека дела. А что ты думаешь обо мне сейчас? Нет, Шэн. Рэй, нет, Шэн, почему ты? Шэн мертв, мои дела здесь закончены. Вы согласны? Шэн, тебе не надо было. Шэн, нет, тебе не надо было, Шэн. Шэн. Вот так, ребятушки. Сайфон Филд, Логанс, Шэдоу пройден. Шэн, которого мы всю игру спасали и искали, убит. Вот так вот. Дальше будем проходить Dark Mirror. Сайфон Фильтр. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Всем пока.